Сборная по баскетболу межвузовского студенческого городка приняла гостей из военно-космической академии на своей площадке. Встречу открыл почетный игрок Академии Можайского Вячеслав Макаров. Спикеру ЗАГСа 61, и он регулярно участвует в баскетбольных матчах и не устает напоминать, что почти каждый день занимается спортом. Постоянные тренировки помогают ему поддерживать и физическую, и политическую форму. Если не заниматься спортом, то как выдержать те нагрузки, психологические прежде всего, нагрузки, физические, нервные, которые происходят? А когда занимаешься спортом, это придает силу, мощь, уверенность и желание всегда побеждать. Вот это очень важно. Вячеслав Макаров рассказал, что всегда играет в нападении и что его цель – привлечь внимание к здоровому образу жизни. Команда Академии Можайского вела в счете с первого тайма. Итог встречи – 66-79 в пользу гостей. А студгородок оказался лучшим в конкурсе болельщиков. После игры спикер встретился со студенческим активом, чтобы поговорить о проблемах молодежи.